привет. Я думаю, что до сих пор и так было все понятно. Выбрал я самый задний фон данного рисунка. Сейчас я перехожу на самые далекие предметы. Допустим, дерево. Оно идет за забором и за домом. Значит, тут ствол. Вот, само дерево нужно будет запустить вот так вот. Тут кусочки другого дерева, тоже опускаем его вниз. Вот, выделяем ствол у дерева. Вот, это вообще будет на уровне с данной площадкой. Вот, и эта часть за деревом будет тоже на данном уровне. Также ж вот тут. Вот, вот эта вот часть за домом и за деревом, она уходит сейчас на данный уровень. Вот, как вот здесь. Ну и внутри дерева можно немножко запустить, чтобы выделить ветки. Сейчас я это сделаю и переключимся на... Так, идем дальше. Сейчас мы будем запускать деревья. Вот это дерево надо отделить от дома, то есть запустить площадочку под дом и забор тоже. Мы будем все это сейчас спускать. Вторая половина дома также будет отделяться от забора и вот от этой части дома. Вот что у нас получается. Вот дерево и вот второе дерево. Можно их даже закруглить немного, вот эти вот острые края. Берется и потом закругляется. Ну, это так, чтобы понятно было. Значит, сейчас вот трубу я забыл еще запустить. Вот так будет труба. Еще ниже немножко даже можно. Но сейчас я буду отделять дом от крыши и забора. То есть вот это мне надо чуть-чуть снять. Вот. И вот это чуть-чуть снять. Чтобы крыша и забор. Забор потом под землю также пойдет. Вот. И вот с этой стороны дерево также отделится от забора. Я думаю, что уже все становится на свои места. Вот на данном примере понятно, как оно одно под другое запускается. Вот мы снимаем площадочки так, чтобы оно не сравнялось. Это должно быть дальше. Немножко так снимаем, отделяем одно от другого. Значит, поехали. We'll be right back.
такой домик у нас получается. Сейчас нам осталось крышу сравнять и немножечко запустить к этой площадке первичной. И вот к трубе запускаем крышу, равняем ее и дорисовываем рисунок, который здесь уже был. Чердак, доски, окна. Чтобы разобраться окончательно с крупными объектами, сейчас мы выделим дерево, а потом выделим забор. Значит, берем и срезаем вокруг дерева кусок забора. С одной стороны, как я сделал чуть поглубже еще, и с другой стороны также. Когда мы выделим забор дерева, останутся у нас только мелкие объекты, которые, в принципе, комментировать, я думаю, не стоит. И так все ясно. Для тех, кто уже немножко режет или режет не немножко. Вот так вот примерно дерево будет у нас выделено. Это все будет заравниваться, сбивая рисунок, потом рисунок дорисуется. Вот как домик. И сейчас таким же образом мы выделяем забор. Рисунок проясняется, уже видно конкретно, что будет без мелочей. Мелочи я подрисовываю. Хочу сейчас обратить внимание на дерево. Значит, дереву, здесь одно, вот второе. Для начала ему надо придать пышность. Вот как здесь. Видите? Пышность без листиков. Вот как здесь буду придавать вот такой же вот пышность. А потом буду резать листики. Сейчас я это все покажу, как это будет происходить. Берем вот такую вот стамесочку. Она должна быть острая. Значит, вот нарисовал карандашом такие, как бы, кучами листья.
сейчас начинаю это все пробивать, выделять эти кубы, или как их назвать, я не знаю, назовите сами для себя. Начинаю придавать дереву объем, пышный объем. Вот, начинается у нас быть похоже, вот как тут. Так, после того, как мы выделили объем дерева, сейчас подрисуем веточки ему. И будем выделять листья. Не все, но так, в некоторых местах мелочь придаст некую изюминку такую, и дерево будет выглядеть более реальное, реалистичнее. Так, работаем дальше. Значит, чтобы мне выделить это дерево дальше более мелким, вот я взял несколько стамесок и один уголочек. Уголочек маленький для того, чтобы придать дереву кору. Вот так вот потихонечку. Кора будет только на самом стволе. Переходя в ветки, здесь уже коры не будет. Поэтому вот снизу от корня по стволу мы идем такой вот кривой извилистой. Создаем кору. Вот таким вот образом. Значит, самая большая полукруглая стамеска, это, можно сказать, пол листика. Вот каким хотите видеть лист. Вернее, какая стамеска, таким лист и будет. Называется ногтевая резьба. Вот. Раз. Два. И вот так в разброс и поехали. Можно только пол листика вырезать, там не дойти. В таком вот хаотичном порядке убиваем листву. Главное тоже, чтобы резцы были острыми. Если резцы будут не острыми, то и резьба не будет приносить вам удовольствия. Будете думать, от чего не получается. Вот так идем дальше, в общем. Сейчас я это все пройдусь и покажу. Да, вот еще резцы поменьше, допустим. В некоторых местах, там где-то подальше, будут более маленькие листья. Немножко неудобно, потому что здесь камера близко. Сейчас я это все пройдусь и покажу. Друзья, в общем, хочу еще раз показать. Вот мелкий резачок, и вот более крупный. Мелким я прошелся по краю дерева,
а крупным в середине. Это тоже придает рисунку объем. Очень хаотично это мы делаем. Не обязательно вырисовывать этот лист. Просто проделываем такие вот похожие на листву закорючки. Обратите внимание, что мелкие листики по краям и крупные по центру придали объем дереву. И не везде я их сделал так. Потом морилка, наждачка придаст еще данному дереву свою красоту. Да и так смотрится очень даже оригинально. Очень даже. Сейчас беру уголочек и буду прорежать забор. Переходим уже к мелочам, потом кирпичи. В общем, я думаю, что самые основные моменты, которые как бы нужно было, я обратил на это внимание. И думаю, что у вас получится. Спасибо за внимание. Делаем текстуру на заборе. Вот тут я уже сделал. Дальше идет чистенько. Значит, беру с набора вот такой вот уголочек. Маленький. Тоже он должен быть острый. Вот. И совсем легонечко ложу его немножко как бы на бок. Не ровно держу его, как обычно, а ложу на бок. И получается такой вот след очень красивый, не глубокий. Вот. Получается, с одной стороны идет срез такой плавный на углубление, а с другой стороны резкий. Опять ложу на бок и делаю такую вот текстурку. Довольно-таки красиво получается. Такая вот работа получилась у меня. Она не закончена. Я буду еще чеканить задний фон, вот где за домиком небо, вокруг деревьев будет делаться чеканка. Но о чеканке я хочу поговорить в отдельном видео, чем я это и как делаю, потому что чеканку, которую я видел в интернете, ну, довольно таки это не то. Вот, а про чеканку я расскажу отдельно. Значит, вот тут будет чеканочка и будет покрываться морилочкой. Вот так я зашлифовал волну. Смотрите, как она четко смотрится. Вот здесь будет канатик такой крепиться, чтобы оно вешалось на канат. Ну и также эта работа может стоять где-то. Вот, допустим, у меня вот стоит такая вот работа с виноградом. И вот здесь бутылка, допустим, с водой и цветы. Очень оригинально смотрится, как ваза. Поэтому я и называю вот данные работы вазой. Панно в виде вазы. Вот деревья какие приближу немножко. Очень четко смотрятся.
когда листики на них еще проявляются. Очень классно. Вот корни тут, этот дупло. Забор с волокнами такими. Ну, в общем, эта работа очень мне как бы нравится. Я благодарю всех за внимание, за ваше терпение. Меня очень подталкивают ваши комментарии, когда вы как бы пишете, отвечаете, делитесь своим мнением. Я за все вас благодарю, друзья дорогие. Всем пока, хорошего настроения, успехов в труде и до встречи.